Кстати, девчонки просили поснимать, что в аутлете Макс Мара из обуви. Ну вот смотрите, вот такие Макс Мара. Они здесь стоят 140 евро. Размеры я вижу здесь 36,5, 39. Но это надо спрашивать. Если кому-то интересен какой-то другой размер, это надо все спросить здесь. Или на сайте посмотреть можно. Такие кроссовочки 51 евро. Вот такие летние, смотрите. Они с такой канвой. Очень хорошо будет под плетеную сумочку. Тут такая тоже плетеночка. Это Макс Мара. Летние кроссовки. Они стоят здесь 215. Самый ходовой размер есть, 39. Прямо вообще фантастичен. Такие кроссовки 60 стоят. Мне нравится такая форма. Очень удобно. Я люблю такие. Вообще завезли сейчас много обуви. Я смотрю. Много летней. Вот такие вот 69. Но это ин-тренд. Это, наверное, сразу было отшито для аутлета. Вот такие вот. Опс. И вот такие тоже. Ну, вообще, очень даже классно блестят. Хорошо выглядят. Легенькие. Класс. Такие цена тоже 69. Вот это сандали Макс Мара. Такие стоят 275. Тяжеленькие. Ну, не совсем тяжелые, комфортные. Но ну, не легкие. Очень такая надежная подошва. Классная вообще. Я так думаю, что это кожа. 275 такие стоят. Ну вот видно, где отшито для аутлета, а где пришла старая коллекция сюда в магазин. Потому что то, что отшито для аутлета, там, видите, выдавлено ин-тренд. Такие вот, например, цена 79. А вот это из магазина, из другой линии пришло. Такие стоят 120. Хорошие, но полегче, чем те. Те тяжелее. Эти легенькие. Еще одни легенькие вот такие. Это тоже было в другой коллекции, в другой линейке. М. Может быть, Макс Мара. Тоже такая плетеночка, видите. Такие стоят 49. Такие вот сандалики симпатичные. Смотрите, открытая пятка. Тоже заклеена фирма. Мы не знаем, что это за компания я делала. 148 евро стоит. И здесь вот написано Vero Culio или Vero O. Оу. Читайте. Я плохо читаю. Сейчас. Вот. Оу. О. Ио. Ну, вот такие. Вообще-то очень даже классно смотрится. Еще одни сандали на платформе. Такие стоят 314. Тоже Макс Мара. Вот такие тоже Макс Мара, черные. Такие стоят 275. Я вижу здесь 39 размер. Тоже заклеена этикетка ин-тренд. Это, наверное, ботильоны Макс Мара. 350 их цена. Здесь есть 39 размер. Кожа. Туфли Спорт Макс. Ну, не знаю, как вам такой каблучок. И носочек такой. Ой, я не знаю. Я в машине ободрала бы за первый день. Все бы это ободрала. И ходила бы, спотыкалась за все. Носком таким цеплялась. Такие прекрасные туфли стоят 291. Не знаю, мне кажется, это под какой-то, на выход на какой-то, да?
То есть это не на каждый день. Это не водить детей в школу, это куда-то вот так вот сходить в ресторан, посидеть. Вас привезли, увезли, вы только посидели. Очень прикольные. Не знаю, но мне кажется, неносибельные. Блестящие сандалики, 68 евро. Такие ботильончики, тоже 350. Это вот как черные, мы смотрели, такие же есть. Видите, такого приятного кофейного цвета. Тут такой шов есть на каблуке. И вообще по всему, по всей поверхности туфельки идет такой шов простроченный. Интересные. Качественная, очень хорошая обувь. Пряжка такая мощная. Класс. Макс Мара. Не помню, были эти в прошлый раз или не были. Но это вот отшито для Outlet & Trend. Цена 99. А вот это тоже для Outlet сделано. Такие стоят... Ну, 99, это такие же самые, та же самая модель получается. А вот это Max Mara. А вот эти туфли стоят 258. Класс. Хорошие туфельки. Цвет такой уходит немножко в оливковый. Это коричневый, но он, ну, кстати, хорошо камера передает. Очень хорошо камера передает. Даже она чуть более зеленит. На самом деле чуть-чуть больше в коричневый, но очень похожий цвет на камере. И вот это Max Mara тоже. Такие мокасинчики. Мокасины стоят 105. Слушайте, я померю мокасины, мне очень нравятся. Так, к сожалению, мокасинов моего размера не вижу. Но я, пожалуй, спрошу. Сумочка Max Mara висит. Ой, не то сумка, не то кошелек. Она такая вот маленькая. Две ручки. Вечерняя. Длинная ручка. Можно регулировать. Очень толстая кожа. Я думаю, что это кожа, но нигде не написано. Так она выглядит. Малюточка. Сумочка малюточка. Такая, знаете, положить помаду, кошелек и телефон. Даже можно кошелек не ложить. Даже можно кошелек не ложить, а только помаду и телефон. И ключи от машины. А кошелек пускай несет мужчина. Пляжная сумка от Max Mara. Смотрите, какая. Сделана из полиуретана. Объемная, очень классная. Стоит 162 такая. Я их, кстати, видела нескольких цветов. Вот такая вот черная. Еще какую-то видела. Серая, по-моему. Сумки пляжные, шляпки. Такие сумки по 35. Вещей сейчас меньше, потому что большинство на рейлах, потому что по большей части на рейлах висят летние вещи, летние сумки, летние платья, юбки, все летнее. Ну вот такая вот сумочка летняя, 66 евро, 65. Небольшой, не то сумка, не то клатч, не то кошелек, не то косметичка. Max Mara стоит 182 евро. У него есть ручка. И вот так оно выглядит. Тут еще маленькие есть такие. Маленькая еще такая. Цена у нее такая же, 182 евро, как и у большой. Они не слишком темные, они для машины подойдут. Выбираем очки. Очки Max Mara. Я что-то все на розовое сегодня смотрю. Смотрите. Сумочка хорошенькая. Смотрела, с чего она состоит. На вид, как кожа, и на запах тоже. Но так я не нашла, не призналась она. Вот такая сумка стоит 109 евро. Очень классная. Такой строгий темно-темно-синий цвет.